Ну что ж, друзья, давайте продолжать. Так, все улучшения, все башни расставили. Че там такое? Че это за штука? А, это русалочка. Прикольно. О, еще две русалочки. И уплыли куда-то. Ну да ладно. Долина Карапта. Эти проклятые существа, кажется, являются из ниоткуда. Войска не находят себе места. Все, к чему мы прикасаемся, кажется живым и готовым напасть на нас. Как будто сама Земля борется против нас со всей силой. Предсказательница Мидриас и ее приспешники должны быть рядом. Окей. Ага. В целом удобная штука на самом деле. А как мы поступим? Давайте вот эту штуку мы очистим. Поставим здесь пехоту и здесь пехоту. Эту пехоту поставим сюда. Эту пехоту вот сюда. Я не того... я не того чела взял. Мне нужен был летающий. О, здорово. Приключение на 20 минут. Так, а дальше? Ага. О, чел какой-то с ними. О боже. Почините портальную пушку Никой и Марти. Потрясающе. Так. Ну окей, давайте вот этих товарищей поставим. И некров. Некры себя очень хорошо показывают. Давайте их по максимуму, а этих сейчас будем качать. А вот эти круги теперь будут наносить урон. Хорошо. Я забыл, что это за штука. Такая себе на самом деле. Ты зачем это делаешь, негодяй? Очень больно кусается. Прям невероятно больно кусается. Блин, такими темпами мои товарищи долго не проживут. Так, вот эта штука интересная, кстати. Луч, который просто постоянно насекает... А, не постоянно. Это что еще такое? Вы куда поперлись? Господь, Господь. Охренеть. Так, плотский бегемот. Чудовище, созданное из плоти и почвы внешней пустоты. Бегемоты несут страх, несмотря на их медлительность в перемещении по полю боя. Окей. Мини-сос. Какого черта вы идете направо? А ну-ка, делай бабах. Да почему вы все тут идете, алло? Не надо, не идите. Угу. Есть ощущение, что надо вот здесь сделать башню. Они, блин, очень жесткие. А, блин, один здесь идет. Это не по кайфу.
Окей, я понял, как справляться с этой темой. Судя по всему, придется переигрывать. Да, нам определенно это надо переиграть. Очень неприятные дядечки. А, как нам с ними бороться? Наверное, дворфийским огнеметом. Так. И, возможно, тут еще надо будет один ставить. Ладно, допустим. Давайте, все еще некро, все еще таинственный канал. И все еще пехотинцев. Вообще, можно и здесь поставить героев наших. Чтобы они вот таким вот образом с противником воевали. А по этим потихонечку наносить. Больно, неприятно, но вроде как есть возможность справиться. Так, я даже вот так вот, наверное, сделаю. Окей. Пацанов вдалеке поставим. Весперы сюда давайте. Справимся, не справимся? Да должны. Да должны затащить, ну, давайте. Давайте, одного завалить надо, одного, вот этого. Если его завалим, проблем не должно быть. Нормально, обоих завалили. Так, Веспер, иди сюда. О-о-о. Нет! Так, окей. Вот это очень хорошо. Тут не прошли. Веспер убили, блин. Ну ладно. Попробуем как-то без него. Так, этого телепортируем. Веспер, блин, где ты? Очень нужен, братишка. Очень нужен. Ну уже. Вот сюда. Ну, пожалуйста, скилл. Есть скилл. Хорошо. Хорошо. Куда здоровяк делся? Блин, здоровяк. Здоровяка завалили. Ну, окей. Так-то на самом деле справились. Так, голда еще есть. Не знаю, стоит ли ей пользоваться. Я бы вот сюда еще пуху поставил. Так, подожди, не торопись. Дай нам разобраться с противниками другими. Не дает. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Веспер, живешь? Плохо живешь, но живешь. Это хорошо. Так, давайте сюда солдат. Ой-ой-ой, блин, проходят. Ладно, у нас там еще здоровяка есть. Неужели пройдет? Не прошел, годится. Годится. Здесь мы справились. Так. Это, кстати, хорошо. Эти пускай себе бегут, нам это особо проблем не принесет. Башня очень хорошо танчит, мне нравится. С этими челами тоже разберемся сейчас достаточно быстро. Окей. В целом, можно попробовать даже здесь бойцов поставить. Я не помню, с той стороны пойдут или нет. По-моему, не пойдут. О, какой же ты медленный. Это кошмар просто. Просто кошмарный кошмар. А, во-во-во. Не даю. Блин. Одного сделали таки.
А, нет, еще не сделали пока. Хорошо. Это весьма кстати. Так, давайте здесь поставим бойцов, чтобы если кто будет пробегать, мы смогли с ним им сопротивляться. Веспер насекает, как царь. Давай. Хорошо. Ни одного не прошло, это просто потрясающе. Будоражит мое воображение. Так. Давайте градом стрел, давайте дополнительных солдат. Порталы есть, урон есть. На случай, если они пойдут. Ну, пока живем, чё. Так, идите сюда, пацаны. Ваша задача, когда пойдут противники, их грамотно встретить. Ладно, тут, я надеюсь, разберутся. Вы нет, не хотите справляться, да? Давайте вам чуть-чуть помогу. Подсоблю, братишки. Как же бесит. О, смотрите, опять засранцы появились. Так, допустим, сейчас еще надо этого. Да, все. Здесь все будет хорошо. Я искренне в это верю. Теперь надо качать этих некров. Они вообще урона не вносят. Кто ты? Эволюционирующее бедствие. На первый взгляд они могут показаться почти милыми, но если порча будет питаться павшими добычами, дела пойдут наперекосяк. Поедает павшие юниты для эволюции в более сильную форму. Мгновенно эволюционирует свою окончательную форму при воздействии взгляда. Ой-ой-ой. Проходят мимо, блин. Давайте, пацаны. Не даем пройти. Хорошо, не дали. Тут выглядит так, как будто мы справляемся. Куда пошел негодник? Давай тебя еще сильнее сделаем. Блин, они летающие. Летающие черти. Ну ладно, с ними так-то справились на самом деле. Можете тут встать где-нибудь? Можете, хорошо. Фух. Дальше смотрим. Да давай сразу по ним насечем. Вот, хорошо. Так. Тут вроде как разносим, да? Да, разносим. Фух. Блин, они урона не вносят. Это так обидно, знаете ли. Бамс. Да убейте вы уже хоть кого-нибудь-то, боже ж ты мой, пожалуйста. Блин, противник проходит. Ой, как проходит неприятно. Очень плохо, голубчики. Просто невероятно плохо. Так, это какая восьмая волна? Помним, на восьмую волну сюда ставим здоровяка. Это на случай, если не затащим. Такая вероятность, увы, ах, но есть. Так, ну тут пацаны даже затащили, да? Пацаны, затащим же? Затащим, хорошо. А тут? А вот тут хрен его знает. Блин, возможно, это была ошибка. Тут все хорошо. Вот тут их побольше идет. Так, магическая луч теперь распространяется на 3 дополнительных врага, замедляя их и нанося каждой цели 25% от общего магического урона.
можно, на самом деле, но давайте все-таки не будем торопиться. Это что за срань, блин? Ну так нечестно. Мне не нравится. Так, Веспер, иди сюда. Дерись с ними давай. Ну ладно, у нас тут хорошая пуха. Четко вносит. Так, повременим пока. В целом пока держимся. Можно даже вот этих товарищей перенести чуть поближе, чуть левее. Бамс. Обидно, что наемников теперь нельзя сделать сразу двоих, а то и троих. Было бы, конечно, больше по кайфу мне. Чё-то как-то совсем все плохо, я смотрю. Давай, давай, сразу по троим наносим. Ладно, беру свои слова назад, вроде как затащили. Даже голда появилась лишняя, которая лишней не бывает. А, я понял, почему там проходит. Теперь я понял, потому что пуха была не до конца улучшена. На самом деле, решается хорошим героем. Если использовать Грифона, то Грифон разрулил бы. Мы в целом и так плюс-минус разруливаем, но тем не менее. С Грифоном было бы ну совсем хорошо. Эх, жалко, этих товарищей не задел. Ой-ой-ой, они хиляются. Это что такое? А, они летающие были изначально. Ладно, понял. Блин, драться с ними здесь — это глупость. Давайте дадим им подойти. Чё-то хрень сотворил я. Надо было с ними вот здесь драться. Что-то мне подсказывает, что в этот раз уже не затащим. А ну-ка. Ох, Веспер, братишка, какие проблемы-то, а? Ну, будем честны, сам виноват. Надо было с ними драться чуть-чуть подаль. И этого тоже куда-то в другое место отправлять. Нет, мне это не нравится. Давайте еще раз. Давайте еще разочек. Только возьмем нормального героя. А, я его качнул, что ли? Давай вот это, конечно, но... Нет, ты не очень... Вот, Броден нам нужен. О, у Бродена есть что улучшить. Хоп. Тут у многих есть что улучшить. Ну как у многих? На самом деле нет, не у многих. Окей, да, вот это очень хорошая штука у него. Че еще? Давайте, поньк, поньк. А, стоп, я его не поставил. Окей, че по башням? Не распробовал, надо еще разок попробовать. В целом, то, как я поставил, меня устраивает. Давайте пробовать. С этим Грифоном можно очень быстро летать везде. Прям кайфовый дядька. Так, значит, еще раз. Здесь башня. Здесь башня. Сюда ставим. Вроде как они будут доставать. Так, этого черика куда-нибудь сюда. Опять же, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Пока работаем, как работаем. И улучшалка, да?
Но этих пока рано улучшать же. Там только со второй волны, по-моему, пойдут. Давайте оставим немножко голды. Или... Ладно, давайте улучшим. Ой, как хорошо. Очень кайфовый дядька. Ой, ошибка. Ошибка, серьезная ошибка. Ну ладно. На самом деле, ошибка может и ошибка, но вроде как все равно затаскиваем. Этот парниша прям по-царски наносит. Так, давай-ка вот тут. Так, стопе, сюда иди. Так, на всякий случай грифонов побольше. Годно. Блин, они будут проходить. А как, почему ты все еще там? Алло. Куда это ты собрался, родный? А ну-ка, давай-ка помирай. Я тебе сказал помирать. Нет! Почему? Понятно. Собакины. Что-то мне прям это немножко сраку пожгло. Как так вышло-то, я не понимаю, как они пришли? Подвели меня, товарищи пехотинцы. Давайте без такой херни, пожалуйста. Так, еще раз. Окей. Все, все на своих местах. Одного кого-то улучшаем. Блин, зря вот этих сделал. На самом-то деле. Они же там только с какой-то конкретной волны пойдут. Надо бы, кстати, этот момент запомнить. Давайте-ка я блокнотик открою, чтобы в нужный момент линию записать. Волну, точнее. Ну, вперед, чё. Ай, не достает, обидно. Веспер, какого черта ты делаешь не на позиции? Объясни мне, пожалуйста. Давай, 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 атакуй. Так, давайте сюда, наверное, ребят, поставим. Окей, выжили, и на том спасибо. Так, хорошо. Денежков много, давайте улучшать позиции. Веспер, иди назад. Веспер, срочно назад, срочно сюда. Да почему... А, я надеюсь, что не прошли. Блин, а там будут еще следующие, я помню. А почему? Окей, годится. Ну, так себе, конечно, годится, но годится. Окей, здесь справились. Давай, 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 держись, весь, продержись. Вот тебе, ребят, в помощь. Все, хорошо, ребятки затащили. Окей. Так, Броден, товарищ, давай-ка сюда пили. В целом, можно их и здесь действительно оставить. Нет, этих я убирать не буду, на всякий пожарный. Далеко не уходите. Окей. Здесь разносим. Броден, работай, работай. Не отвлекайся.
Вот эти ребята крайне неприятные. Так, можно грифонами воспользоваться. Вторых пока не буду ставить. Окей, сделаю сразу так на будущее, чтобы больше не париться по этому поводу. Ну, вроде все окей. Так, молодцом. Вот теперь можно и грифонов. А, блин. Надо было против этого челика пользоваться. Вот говна, блин, навалил. Так, не давайте ему пройти. Веспер, братишка, давай, надо справляться как-то. Каким-то образом. Не справишься? Справился. Ставим сюда лучников. Окей, хорошо. Так, окей, годится. Давайте, ребятки, работаем, работаем, не даем. Вот тут жаль, конечно, что пропущу. Ой, они еще и пройдут. Неприятный момент. Ну ладно. Неприятный, но вроде как... Но вроде как не критичный. Блин, засранец. Не на тех ты направляешь свое орудие. Да как же так-то? Ну почему они проходят? Они же не проходили в прошлые разы. Что происходит? Давайте, ребят, работаем, работаем. Где грифон? Грифон, иди сюда. Здесь ты сейчас поважнее. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, блин. Так. Варис, привет. Рад видеть на стриме. Есть грифоны. Грифоны. Грифоны есть. Фух, в последнюю секунду. Да вроде как затащили. Так, очень боюсь, что сейчас пойдут откуда-то эти. Поэтому сохраню пока наемников. Или не сохраню. Ладно, не буду сохранять. Куда это вы собрались? Маленькие гаденыши. Ой, это очень сложно, я не мог пройти на нем железные испытания. Ага, я пока обычное это испытание не могу пройти. А ты мне про железное говоришь. Так, грифоны работают. Ой, как хорошо сейчас грифоны будут работать. Грифоны сейчас просто по-царски будут работать. Так, дальше идут летающие, допустим. Ой, вспомнить бы, откуда побегут зеленые говнюки. А, вот отсюда они побежали. Ну окей, герой зарешал, хорошо. Ты же и дальше сможешь зарешать, да? Красавчик. Просто красавчик. Ой-ой-ой, летающие пошли. Летающие это не по кайфу. Так, Веспер, иди сюда. Опять срань. Уничтожьте эту срань. Как раз таки из-за блеска я и не мог пройти этот уровень. Ты про глазики, про эти поганые? Да, есть такой момент. Прям соглашусь. Не могу не согласиться. Тест, что-то таинственный канал. Ну так, не знаю пока, как реагировать на эту башню. Пока проходил предыдущие две линии, понял, что некроимба. Прям имба-имбовая. Так, вот этого засранца лупите, пожалуйста.
Давайте, мы постоянно должны связывать его боем, ребята. Постоянно должны связывать боем. Чтобы он своих гаденышей на нас не высирал. Веспер, я опять не поставил тебя в нужном месте. Позор мне. А летающий вот этот, это просто невероятный герой. Он меня настолько выручает, что прям словами не описать. Так, ну давайте. А вот эти големы, это просто какая-то жесть. Я типа первую лайну играю и понимаю, что... Игра, я все осознал, я все понял, прости меня, пожалуйста. Как они прошли? Броден, ты кусок. Ты кусок, Броден. Кусище, я бы даже сказал. Ну ладно, давайте. Ай, я забыл про этот, про эту срань. Так, десятая волна. Да смысл с ним рубиться, сейчас глаз откроется. Сейчас откроется глаз. Я это хорошо помню. Так, Веспер, иди сюда. Ребятки, вы идите сюда. Вы, как я сказал, как можно дальше. Ну, будем пытаться как-то с ними сейчас совладать. Настолько, насколько это возможно. Или я слишком рано боюсь. Возможно, я слишком рано начал бояться. В любом случае, они все идут слева, так что париться не будем. И просто слева по ним насекать и станем. Как приятно, когда они все с одной линии идут. Спокойненько сосредоточил героев, и в ус не дуешь. Вот и все, и делов-то. Прокачай переспособность у красного мага. Yes. Да, точно. По трем персонажам это самое то урон наносить. И, наверное, всадника смерти я еще вкачаю. Так. Окей, допустим. Че, зелененькие, получается, не будут появляться, да? Ну окей. Блин, они хиляются. Блин, они хиляются. Ладно, раз зеленые не идут, тогда можно спокойно тут сосредоточиться. Скелеты! Скелеты очень не кстати. Они их сохраняют на порче, и порча их хилит. Я в прошлый раз отвалился на 11-й линии. Ну, в этот раз вроде как поинтереснее это идет. Прям весьма бодренько, скажу я вам. В прошлый раз они реально в невероятном количестве прошли. Ой, как вовремя! Есть что-то в этой вот игре, она как-то вот математически как будто высчитывает, когда мне необходима помощь. И вот тебе, пожалуйста. Ну давай, 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 давай! Хорошо, как же вы хороши. Как же все прекрасно получилось. Так, Веспер, иди сюда. Вот это плохо. Ой. Вообще, просто на тончайшего. На самого, что ни на есть, тончайшего. Ой, блин. Ой, блин. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Молодцы. Какие же вы молодцы. Так, давай на всякий случай сразу так сделаем. Потому что я не хочу ни одного голема, чтобы проснулось.
Все? Неплохо. Есть что улучшать, не знаю что, блин. Вот это, наверное, пацанов улучшу. Так, погоди-ка, а ты что без дела стоишь? Ну-ка давай работай, мой друг. Нет. Вас оставлю как есть. Допустим. Так, здесь держимся. Окей, справа вроде как справляемся. Нет? Ой, как хорошо. Блин, говнюки справа проходят. Сюда. Блин, как здесь много противников. Веспер. Нет, Веспер нужен здесь. Я не знаю, где нужен Веспер. Пацанов сюда надо ставить. И улучшай, чтобы они все втроем выбежали. Ох-ох-ох-ох. Чё-то как-то слева не очень дела идут. Хотя... Хотя нет, в целом получается. А это что? Превращай ближайшего врага в беспомощную овцу. Овцы 50% здоровья цели. Давай. Вообще очень неплохо. Да, я знал. Я знал, что они сейчас пойдут. Не даем, не даем! Хорошо. Не дали, умнички мои. Но они явно будут еще идти. А еще у меня здесь, блин, не прикрыто. И меня это... Вот, да. Меня это, ой, как не радует. Здесь, блин, проходят. Так, ну окей, ладно, допустим. Да, вы поперлись, эй. Блин. Успею, успею. Успел, хорошо. Блин, они здесь проходят. Давайте паладинов ставить. Блин, как он далеко прошел. Хорошо, он умер. Он умер. Это очень важным. Ай, сколько здесь-то прошло. Иди сюда. Похоже... Да, никак. Одного пропустим. А, еще здесь, блин, можем пропустить. Подожди, блин. Нет! Только не двух, пожалуйста, грифоны, пожалуйста. Нет! Нет! А, и там один прошел. Ну, это я сам виноват. Контроль над толпой. Пройдите Дарину коррупции, не допуская появления плоского голема. Ладно. Ладно, допустим. Допустим. Что у нас здесь? О, новый герой, боеголовка. Плюс очки улучшения. Давайте вкачаемся и уйдем на перерывчик. Так. О, тебя можно качнуть. Это очень хорошо. Ну, наверное, вот так. И... Ну да, давай так. Чё там потом? Как-то странно. А, не, все правильно получается. Ладно. Так, 4 улучшения. Заклинание героя темной армии также замедляет всех врагов на экране. Так, замедляет и исцеляет. А тут что? Ну давай ворона вызовем. Мне интересно, что это такое. Да. Окей. Давайте еще один небольшой перерыв. И после продолжим.